свою победу сегодня уже одержал. И Валентин идет вперед. Весовая категория чуть повыше, конечно же. И здесь очень важно, как начнется этот поединок. И пытается Валентин уйти в борьбу. Перевод получается, но не совсем плавным. Есть бросок отличный, амплитудный. Определенные статистические плюсики уже загорелись в его копилке. Со спины продолжает работать. Хорошее слева попадание. Еще один проход под руку. Забрался и еще один перевод. Блестяще работает Валентин. По-хозяйски, похоже, что не так много времени у него уйдет на то, чтобы одержать верх в этом поединке. Безусловно, Валентин сюда приехал как темная лошадка, имея всего лишь один бой победный в мире смешанных единоборств. Но это и не важно, потому что выступление именно по боевому самбо у него более чем достаточно. И мы-то с вами знаем, что этот спортсмен высочайшего уровня, уровня борьбы, заправляет ноги и переходит на удушающий прием. И аккуратно советует Федор, так прижимая руку к губам. Так понятно, что нужно растягивать, может быть, чуть-чуть поработать по корпусу, по голове, но да, вот сейчас начинает работу в ударной технике. Есть попадание хорошее, тяжелый даже. Фулмал, сейчас может быть переход. Валентин размышляет все-таки над тем, как же финишировать соперника. Прекрасная работа. Старается выбрасывать все-таки более точные удары, а не брать количеством. Абсолютно правильно делает молдавский. Еще одно попадание слева вскользь. Посчитал, что достаточно уже размял оппонента, и можно растягивать для перехода на удушающий прием. Интересное скручивание шеи сейчас происходит. В очень некомфортной обстановке находится, конечно же, Юта Учида. Не ожидал он такого давления от нашего бойца. И похоже, что есть удушающий прием, растягивает. Но немного поработать корпусом, и бой будет закончен. Да, отличная победа. Блестящее выступление. Своих побед достаточно быстро. Может быть, у Анатолия чуть побыстрее. Валентин был сегодня просто бесподобен. И такое впечатление складывается, что все он сделал как на тренировке. Получает поздравления молдавские, естественно, и от Емельяненко. Но, вы знаете, эти поздравления сразу с определенными нюансами. Как нужно было растягивать, где чуть лучше, чуть хуже. Естественно, разбор полетов будет потом, и Федор всегда найдет не то, что, конечно же, к чему прицепиться, Федор обязательно похвалит, но и найдет те детали и моменты, над которыми нужно еще прибавлять и прибавлять. 23 года всего лишь россиянину. Блестящий старт на такой крупной арене, как Сайтама Супер-арена. И действительно прекрасное выступление. Увидели мы многие элементы техники в исполнении Валентина. И несмотря на небольшой возраст, опять же, повторюсь, все-таки очень размеренно и на опыте он сделал. И вот мы видим даже камеру так называемую GoPro с